С 21 ноября во всех школах республики пройдет пробный ЕГЭ по всем предметам. Об этом говорили в Дагестанском институте развития образования под председательством министра образования Шахбаза Шахова. На встречу пригласили руководителей управления образования городов и районов республики, а также ответственных за проведение ЕГЭ. Обсудили реализацию запланированных мероприятий по проекту «Я сдам ЕГЭ» и подготовку к итоговому сочинению для учеников выпускных классов, который стартует в первых числах декабря. Говорили о реализации поручения главы республики по активизации электронной школы. Уже 24 ноября впервые в Дагестане пройдет онлайн-урок, на котором проведут мастер-класс по методике преподавания лучшими учителями республики. До конца года онлайн-уроками будут охвачены 73 школы республики.